Книга является фоторепортажем журналиста Владимира Симонова о жизни Америки и ее культуре. Замысел фотокниги – навести мост доверия между советским человеком и американцем. Издательство «Планета», 288 страниц. Увеличенный формат. Год первого издания книги – 1988. Книга «Америка». Разговор по душам оценена посетителями книги «Гид». И ее читательский рейтинг составил 5 из 10. Фотоальбом с видами США, огромное количество цветных фотографий с интересными комментариями. Ограниченный тираж 25 тысяч экземпляров. Фотокнига журналиста-международника рассказывает и показывает жизнь простых американцев, их привычки и традиции. Как начинающий писатель из рабочих, Симонов в 1934 году получил творческую командировку от Гослитиздата на Беломорканал, из которой вернулся с ощущением посещения школы перевоспитания, перековки, преступного элемента уголовников, созидательным трудом. В 1934 году первая публикация в сборнике «Смотр сил». Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night.